Не бегайте по аптекам. Фикс прайс сейчас предоставляет вот такой рулон. Здесь 50 штук. Вот он, смотрите. Складывайте в три слоя. Инструкция здесь прилагается. Не хуже вот этих покупных. Бери и делай. Салфетки одноразовые, индивидуальные, барьерные называются. Так что бежите в фикс прайс, покупайте и делайте. И будете каждый день менять по несколько штук, не жалея. Получается, что 2 рубля у нас получается одна вот такая маска. Три слоя. Фикс прайс я пошла только вот из-за вот этой вот вещи. Смотрите, салфетки одноразовые, индивидуально барьерные. 50 штук, изготовленные свежие 2 апреля 2020 года. Здесь инструкция написана, вот 12 на 33 сантиметра. Как сложить, как сделать. Вот, так что я считаю, что вот это очень хорошее подспорье в фикс прайсе. И совсем, я считаю, что недорого. 50 штук, их за 99 рублей. Это можно купить и изготовить. Я потом изготовлю, я покажу, как они смотрятся. Раскроем наши салфетки эти и посмотрим, как мы будем делать. Здесь инструкция. Раскрыли, теперь почитаем, как делать. Изделие из нетканого материала салфетки. Изготовитель. Значит, Ленинградская область, город Тосно. Состав: вискоза, полиэфирное волокно, размер 12 на 33. Мы делаем выкройку. Сейчас вырежем. Обязательно нам она нужна. Хорошо, удобно. Молодцы. Хорошо среагировали, что в продажу уже у нас поступили такие вот салфетки. Делаем первую салфетку. Я вместе с вами буду ее делать. Сложите в 2-3 слоя. Ну, здесь первая половинка. Я считаю, что можно просто ее заложить вот так. И один. Вот такой второй. И третий слой. Вот она. Здесь, как видите, прошита нитками. Значит, нужно ее отрезать, эту ниточку. Так, отрезали. Вот у нас готовая уже 3 слоя. Теперь делаем строго по инструкции, как здесь показано у нас. Значит, 3 слоя выровняли ровненько и складываем. Складываем один раз, вот так. Так, и еще раз пополам. Ножницами так вот хорошенько вот так сделать, чтобы было ровненько. Выровняли. Как вот здесь, да, перевернули и взяли нашу выкройку и приложили. Видите, как она идеально просто подошла. И теперь не надо ничего нам раскраивать. Именно вот вырезать здесь так, как указано у нас по красной линии. Закруглять просто вот эти вот края. Закруглили ровненько. Здесь вот, видите, расстояние такие именно вырезать для ушей. Берем и вырезаем. Ничего сложного, абсолютно. Вот за несколько секунд, даже не то что минут, а секунды, и маска у нас уже готова. Вот она. Все, мы ее разворачиваем. Смотрите, как удобно. 3 слоя. Вот она, прекрасно. Дырочки. Вот я покажу. Вот она, дырочки. Сейчас я надену. Именно покажу, как она смотрится. И еще. Все мы ходим за хлебом. И у нас остаются вот такие вот изгибающие, которые завязывается хлеб. Да? Они очень хорошо подойдут для этой маски. Я взяла буквально на масочке. Вот сделала. Прошила. Смотрите, как она хорошо теперь вот сгибается. Смотрите. О, отлично. И одеваем маску.
Видите, она хорошо держится. Здесь просто два стежка. Сделать больше оно не надо. Вот я вторую маску сделала. Здесь также сама у меня на носу. И не здесь можно заламывать, а очень хорошо вот заламывается возле ушей. Вот так вот раз, заломили. Вот так вот. И здесь также сама. И маска очень плотно прилегает и очень хорошо дышать. Пожалуйста, 2 рубля и маска у вас готова. Так что спешите в фикс прайс, покупайте и пользуйтесь. Отлично, нам подспорье предоставляет фикс прайс. Всего хорошего вам. Спасибо за просмотр.